Алло, чем я могу помочь? Ваш мусоровоз сломался? Нам нужно его починить. Мой эвакуатор поможет оттащить его в гараж. Давайте, ребята, поехали! Привет, друзья! Это я, Пипо! Добро пожаловать в гараж, где мы ремонтируем все виды транспорта. Сегодня мы будем чинить мусоровоз. Приступим! Первый этап – мойка. Теперь, когда он вымыт, мы должны его высушить. Заменим колеса. Вначале мы снимаем старые колеса. Зеленые колеса идеально подойдут. Установим два колеса сзади. И одно спереди. Идеально. Продолжим работу. Теперь давайте добавим несколько деталей. Этот контейнер в плохом состоянии. Мы должны заменить его. Вначале давайте уберем его. А теперь установим новый контейнер. Мы установим дверь сзади, чтобы грузовик мог сбрасывать мусор. Наконец мы установим фары. А еще новое зеркало. Ну что, ребята, может быть, перекрасим грузовик? Сначала перекрасим контейнер в желтый. А кабину в зеленый. О, так гораздо лучше!
И в завершение основная деталь – шарнирный рычаг. Так мусоровоз сможет собирать мусор гораздо быстрее. Намного лучше. Готово! Мусоровоз отремонтирован. Он готов очистить все мусорные баки в городе. Давайте последуем за ним. Смотрите, мусоровоз поднимает мусорный бак. И, ого, он вытряхивает все прямо в контейнер. Давайте перейдем к следующему мусорному баку. Отлично! Теперь пришло время опустошить грузовик, ведь контейнер заполнен. Смотрите, там было много мусора. Благодаря грузовику город абсолютно чист. Миссия выполнена! Увидимся в новых приключениях!